Здравствуйте, в эфире новости, в студии Евгений Синебок. Свыше 97% югорчан, заболевших коронавирусом, выздоровели. Так, за сутки еще 56 человек победили ковид. Есть и новые случаи. 51 положительный тест у жителей 12 муниципалитетов. Больше всего заразившихся в Сургуте. Здесь заболели 12 человек, в Нижневартовске 11, в Ханты-Мансийске 10, в остальных городах и поселках по 5 и менее случаев. На момент выявления у 38 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 11 зафиксирована пневмония. Под наблюдением медиков находится свыше 8 тысяч югорчан. Коэффициент распространения инфекции на 6 сотых ниже единицы. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В Югре продолжается борьба с коронавирусом. В округе второй компонент вакцины поставили уже более 90 тысяч человек. Такие цифры озвучили на заседании регионального оперштаба. Всего в Югру доставили больше 174 тысяч комплектов вакцины. По состоянию на 5 мая первым компонентом привились почти 160 тысяч человек. Это 21% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Только за последние сутки от ковида привились 1729 человек. 23 специалиста представят Югру на всероссийском этапе конкурса врачей. Департамент здравоохранения Югры подвел итоги окружного этапа. В ОКБ Ханты-Мансийска лучшими специалистами стали врач-инфекционист Оксана Тулинова и врач-эксперт Югры Алена Курганская. Для участия в конкурсе допускаются врачи, стаж работы которых по специальностям номинации составляет не менее 10 лет. Также специалист должен проработать не менее 5 лет в организации, которая выдвигает его на конкурс. На всех этапах жюри оценивает профессиональные качества врачей. В первых двух вердикт выносят областные комиссии, а на третьем этапе участников будет судить Центральная конкурсная комиссия в Москве. Всего в Югре для участия в конкурсе подали 52 заявки в 23 номинациях. В Урае готовятся к строительству стационара городской клинической больницы. Строительная площадка под лечебный корпус уже готова. Специалисты уже снесли старое здание пищеблока и сейчас демонтируют теплосети. Строить новый стационар начали по просьбам горожан. Они многократно обращались с этим вопросом к главе Урая и губернатору. Старое здание уже не соответствовало современным требованиям, ведь его построили 50 лет назад. Новый стационар планируют сдать в эксплуатацию через 3 года. Здание будет иметь яркий фасад, а также получит отдельную дизель-генераторную установку. Новый стационар построят благодаря нацпроекту здравоохранения и государственной программе «Современное здравоохранение». На данный момент закончили переврезку старого стационара в части канализации. То есть на следующей неделе можем приступать уже к раскопке котлована. В связи с тем, что строим вблизи существующих зданий, забивка сваи будет производиться безударным способом, то есть установкой вдавливания. То есть не слышно, бесшумно будет. В Югре продолжают выбирать проекты по благоустройству. В Советском на общественное голосование выдвинули 4 городские территории. Инициативные проекты реализуют в следующем году. Сейчас идет активное голосование за территорию, которую обустроят первой. На это специально выделят деньги из федерального и регионального бюджетов. Жители могут отдать свой голос онлайн на сайте 86.городсреда.ру. Также в городе работают 2 информационные точки. Волонтеры в торговом центре «Гранты» и городском МФЦ рассказывают о правилах голосования. Всего от Югры представлено почти 60 идей благоустройства. Голосование продлится до 30 мая. Напомню, в прошлом году, благодаря активному участию жителей в голосовании, в Югре удалось благоустроить 64 общественные территории. В Пытьяхе на органы опеки и попечительства завели уголовное дело. Должностных лиц подозревают в бездействии и халатности, из-за которых произошла смертельная трагедия. На днях в Пытьяхе сгорел одноэтажный жилой дом. В пожаре погибли дети 2 и 3 лет, а также мужчина. Предположительно, они отравились продуктами горения. Мать детей и дедушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. По версии следствия, органы опеки знали, что мать плохо следит за детьми. Ее не раз видели пьяной. Кроме того, ранее ее уже ограничивали в родительских правах в отношении старшей дочери. Однако опека не приняла никаких мер по изъятию малышей из неблагополучной семьи. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
ДТП на мокрой трассе. На автодороге Нягань-Приобье произошла авария. По предварительной информации, водитель «Лады» не учел погодные условия. Машину выбросило навстречку. После десятка врезалась в столб освещения. Удар пришелся на водительскую сторону. У легковушки практически снесло багажник. Водителя с травмами доставили в больницу. Мошенники продолжают зарабатывать за счет югорчан. За сутки жители региона перевели аферистам больше миллиона рублей. Самыми доверчивыми оказались вартовчане. Так двое из них решили заказать пиццу через интернет. В сети они наткнулись на сайты-двойники известной компании. Как только потерпевшие ввели реквизиты банковских карт, лишились сразу всех накоплений. Это почти 43 тысячи рублей. Другой житель столицы, Самотлора, решил заказать перевозку автомобиля из Московской области в Югру. Нашел подходящее объявление и перевел задаток некому Александру. Спустя время последний пропал и деньги не вернул. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. В Югре уровень воды в реках остается стабильным. По данным окружного управления МЧС России, сейчас практически на всем протяжении Оби идет ледоход. Из-за этого уровень воды в разных районах варьируется от плюс 14 до плюс 90 сантиметров за сутки. По словам спасателей, опасности подтопления территории нет. На Иртыше ситуация также остается стабильной. В районе Ханты-Мансийска за сутки река прибавила 5 сантиметров и остановилась на отметке 456 сантиметров. Отмечу, что максимально возможный уровень 955 сантиметров над нолем поста. В Нижневартовске подвели первые итоги пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Напомню, в столице Самотлора собирают отходы по-новому с начала этого года. Первым в регионе такую систему ввел Югорск. Затем его примеру последовал Нижневартовск. Пока что в проекте принимают участие жители двух микрорайонов города. Они самостоятельно разделяют мусор на сухие и органические отходы. Делать это нужно правильно, иначе мусор не смогут переработать. Как вартовчане влились в эксперимент, выясняла Елена Сосновская. Каждый день мусоросортировочный комплекс Нижневартовска принимает 300 тонн твердых коммунальных отходов. Сперва мусор попадает в центрифугу, где отделяются мелкие фракции. Затем его сортируют вручную. Металл, бумагу, пластик прессуют и отправляют на переработку в другие города. В Екатеринбурге есть отдел, который мониторит рынок вторсырья. Соответственно, все, что может быть утилизировано, значит, на что есть запрос, мы отсортировываем из мусора, заходящего на мусоросортировку. Ну, сегодня это картон, бумага, металлы разных видов, пластики практически всех видов. Почти весь мусор поступает сюда в смешанном виде. На то, чтобы отделить твердые и органические отходы, уходит много времени. После такой утилизации некоторые виды ТКО, например, картон, сильно загрязняются и уже не подлежат переработке. Чтобы исправить ситуацию, в нескольких дворах Нижневартовска установили маркированные контейнеры. Жителям первого и второго микрорайонов нужно самостоятельно разделять мусор. Твердые отходы отправлять в контейнер с желтой этикеткой – органические в тот, что отмечен серой табличкой. Процент сбора полезных фракций составил в марте у нас на 6,4, это увеличился. Это 5,9 тонн с контейнеров с сухими отходами, 4,4 с контейнеров с влажными отходами. Таким образом, с начала эксперимента нашего увеличился процент отбора на 2,8. За 4 месяца с пилотных площадок было собрано более 25 тонн ТКО. На переработку отправили почти 15 тонн бумаги, 10 пластика и 1 тонну металла. Результат есть, но, по мнению специалистов, маленький. Всего в эксперименте участвуют 72 дома. К сожалению, большая часть жителей не утруждает себя сортировкой мусора и по старинке выбрасывает все в один контейнер. Увеличение определенное есть. То есть на начало эксперимента, допустим, около 3% отходов подлежало утилизации. Сейчас увеличение пошло почти на 2%. Но тем не менее этого очень мало. И мы понимаем, что в контейнеры как с сухими, так и с влажными отходами, они складывают примерно один и тот же состав отходов. И вот из-за этого возникают трудности именно с дальнейшей переработкой. Потому что очень важно жителям складывать именно сухие смешанные отходы в контейнера с желтой маркировкой и влажные органические в контейнера с серой маркировкой.
Сейчас экологическое состояние пригорода зависит от самих жителей Нижневартовска. Чем скорее они научатся утилизировать ТКО правильно, тем больше мусора отправится на переработку. Осенью эксперты планируют просчитать экономический эффект новой системы. При хороших показателях ее начнут внедрять и в других микрорайонах города. А это существенно разгрузит городской мусорный полигон, который уже переполнен. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск. Югорчане смогут поздравить друг друга с Днем Победы с помощью онлайн-открыток. Московский музей Победы проводит необычную акцию. 8 тысяч открыток размещены в виртуальной выставке музея. Их создали участники конкурса «Открытка Победы». Среди них есть и художники из Югры. Такую открытку любой интернет-пользователь может отправить своим близким, коллегам и друзьям. Кроме этого, Музей Победы вместе с Почтой России проводят конкурс авторских открыток. Принять участие в нем смогут как дети, так и взрослые. Победителя выберут с помощью интернет-голосования. Итоги конкурса подведут 12 мая. Авторы лучших открыток получат дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию от Музея Победы. Также лучшие работы станут основой лимитированной праздничной серии открыток Почты России. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале «Югра».